когда ты один в зале, ты учишься чувствовать себя и свое тело. Ты можешь выплескивать все, что у тебя вот накопилось, или то, что ты хочешь сказать. И, не знаю, мне это стало намного интереснее, чем ходить на мастер-классы и учить чужие хореографии. Создавать свой танец мне нравится больше. Намного. Я слушаю музыку, и мне хочется танцевать. У меня сейчас весь мой плейлист состоит из треков, под которые я хочу танцевать, создавать что-то, создавать какую-то свою историю. Вот это все творчество, которым я сейчас занимаюсь, это все благодаря гимнастике. Гимнастика — это вся моя жизнь, по сути, была. Я занималась с 7 лет до 17. Я достигла звания кандидата в мастера спорта. Ну, это, конечно, не самое высокое звание, но в моем маленьком городе, где я занималась, это, в принципе, было больше, чем достаточно для меня. В гимнастике не было никакой свободы. Мы просто делали элементы, просто работали с предметом. В танцах все-таки иначе. В гимнастике танцы — это, конечно, совсем другая планета, потому что, ну, я пришла и думала, что я умею слушать музыку. Оказалось, что нет, абсолютно, и пришлось ему учиться заново, и пластика тела, она абсолютно другая. Тут попадаешь в неизвестную тебе область абсолютно, ты все равно должен смотреть на кого-то, чтобы научиться вообще. Ну, не знаю, мне вот так понравилось, как он танцует. И просто вот я захотела вот прям так же. И я вот все время смотрела на него и вот максимально перенимала и физические какие-то возможности, и личностные качества, что вот где-то года через 3 я поняла, что, блин, если бы не этот человек в моей жизни, я бы просто вообще никогда такой не стала. Ну вот серьезно, он прям... Ну, какой-то стержень вырастил, какое-то свое мнение появилось вообще в творчестве именно, да и в принципе в жизни. Я часто задумываюсь о том, что он с этими гимнастическими корнями, которые из меня все-таки не выбить ничем и никак. Ну, просто мое тело, вот, ну, это моя пластика, которая вот, она просто складывается. Я что-то хватаю на мастер-классах. Что-то внедряю вот как раз-таки в эту пластику. Все танцы, они начинаются с какой-то мысли, с истории. Like the waves you left my shores on sandy sheets and wooden floors. Slow sunrise and seagull cries we kept behind our walls and doors. I took a trip down to the seas underneath the forest trees. Open skies and ocean eyes. And scared a honey salted breeze. Like the waves you left my shores on sandy sheets and wooden floors. Slow sunrise and seagull cries we kept behind the walls and doors. I am lost at sea. Red moon rising, fire burning.
приходишь на залы и думаешь, нет, я туда сегодня не пойду, не хочу больше. И пока и сказать больше нечего, и танцевать не о чем. И вот просто понимаешь, ну зачем тратить время? И в такие моменты я просто бросаю танцы. Ну, все вот эти вот чемпионаты, выступления, и все это вот обычно я смотрю на это все и думаю, блин, люди в такой команде находятся, и как бы вот они объединяются в такие группки, а я не могу себя отнести вообще к какой-то группке. То есть я как-то постоянно нахожусь одна. Это... Я не могу сказать, что это как-то обидно, конечно, но просто вот, наверное, как-то может... Да может, и по интересам даже не сходимся, не знаю. Мне все время хочется делать что-то свое. Я не знаю, что это за вид мазохизма такой, но вот мне просто нравится. Мне нравится очень сильно себя растягивать. Мне нравится просто танцевать до того момента, пока уже просто звездочки будут в глазах, и ты там будешь уползать из зала. Ну, тяжело, окей. Ты возвращаешься домой, просто ложишься, и все хорошо. Больше не тяжело. Я слышу музыку и понимаю, что не идет. И я потом иду, еще перебираю. И просто ищу, пока вот она вот тот трек именно зайдет, и все будет хорошо, и вот оно сольется воедино, и я буду танцевать наконец-таки. Абсолютно нравится этот путь, который я прошла за 5 лет, что я танцую. Ну, то есть мне не хочется какие-то моменты вот выкинуть. И я бы не сказала, что какие-то моменты можно было бы ускорить. Просто вот оно все шло своим чередом, и как-то я постепенно вот всему научилась. Я не могу сказать, что я сейчас все умею. Я вообще много чего еще не умею, и есть куда расти, где развиваться. Но мне бы ничего не хотелось изменить.